В сельском поселении Развилковское открылся геопарк. Для всех, кому интересно, как говорят сами геологи, то, что находится у нас под ногами, для кого слово «экспедиция» не пустой звук, это место станет особенно интересным. А такие люди есть, и это не только опытные исследователи, но и подрастающее поколение. Геолог – это как бы даже больше не специальность, а образ жизни, да, как сами геологи про себя говорят. Вот. Естественно, конечно, в первую очередь они работают на благо нашей Родины, то есть они ищут полезные ископаемые для поддержания нашей сырьевой базы, нашей страны. Уже несколько лет в Развилке существует геологический кружок, где ребята из ближайших школ изучают минералы. Также на открытие геопарка приехали студенты из московских вузов. Первое, что можно было увидеть, это палатка, где был воссоздан быт геологов в экспедиции. Тут и спальные мешки, и одежда, котелки для приготовления пищи и рабочие инструменты. Этот геопарк открывается при концерне «Союзгеопром». Он основной куратор этого проекта. И в нем работают геологи-профессионалы, которые помогут действительно сделать этот процесс не только интересным и увлекательным, но и серьезно познавательным с геологической точки зрения. Профессионалы познакомили ребят с одними из основных приборов, используемых в геодезии – теодолитом и нивелиром. Именно они нужны для проведения съемки и составления географических карт. Также здесь можно было увидеть настоящую буровую установку. Используется данная установка в бурении разведочно-эксплуатационных скважин. В частности, большую свою часть работы она бурит скважины на воду. После экскурсии переместилась в помещение, а именно в минералогический музей. Практически все образцы собрали сами участники геологического кружка. Существует шкала Маоса. Определение твердости минерала от 1 до 10, и вот данный минерал обладает твердостью где-то примерно 3,5-4 по твердости Маоса. В музее существует, как ее называют сами сотрудники геопарка, тайная комната, где представлены несколько минералов, которые при ультрафиолетовом освещении меняют цвета. Самые разнообразные находки из разных уголков нашей страны уже знакомы студентам. Школьный факультет занимается профориентацией школьников. Вот, то есть мы учим их геологии и ездим с ними в поездки по всей стране, показываем, рассказываем, что такое геология, что такое походная жизнь. А для самых юных посетителей воспитанники геологического кружка провели мастер-класс работы с минералами. Еще одна показательная площадка – парк юрского периода, где можно провести почти настоящие раскопки. Геопарк приглашает на групповые экскурсии всех, кому интересна геология, да и просто всех тех, кто хочет узнать что-то новое. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.